Самой масштабной торговой площадкой республики назвал проект «Покупай Приднестровское» глава местной администрации Роман Иванченко. Мероприятие собрало около 80 предпринимателей, 30 из которых представляют город Бендеры. Это не только производители продовольственной продукции, но и промышленные предприятия. Хочется, чтобы каждый приднестровец, каждый бендерчанин взял в хорошую привычку покупать приднестровские товары. Сегодня есть возможность убедиться в их отменном качестве и приучиться к хорошему. Продавцы к выставке-ярмарке готовились основательно. На прилавках только самое лучшее. Товары по лучшей цене, без торговых наценок. Такие мероприятия, как и сама акция «Покупай Приднестровское» – хорошее подспорье и для малого бизнеса, и для крупных фирм. Мы видим, сколько предприятий здесь, какой богатый ассортимент товара. Это, наверное, то, к чему мы стремимся, когда говорим о том, что нам необходимо развивать нашу внутреннюю экономику. И одним из основных двигателей в этом направлении должно стать импортозамещение. О развитии программы импортозамещения в Приднестровье говорили и эксперты. Акция «Покупай Приднестровское» – это один из шагов на этом пути. Для бизнеса важно не только получить товар, продать его, ему важна идея, ему нужна стабильность. Если он будет чувствовать, что да, и руководство республики, и жители готовы, и проводить необходимые преобразования для улучшения климата, и действительно покупать Приднестровское, в конце концов, то это является мощной моральной поддержкой. По замыслу организаторов, в этом году должно пройти 8 выставок-ярмарок. Вторая из них уже показала, что производителям акция интересна. Количество прилавков увеличилось на треть. В Тирасполе было продано товаров почти на 500 тысяч рублей. Почти на 500, 475, если быть точными. Но там было 63 предприятия, и мы оцениваем 8-10 тысяч рублей. Это был объем продаж на каждого участника выставки. Поэтому это такое уже небольшое соревнование между городами и районами, где больше будет участников, где больше будут продажи, где больше будет посетителей. Ярмарка в Бендерах стала завершением Приднестровского международного экономического форума, проходившего в течение 3 дней июля в республике. Ну а сам проект «Покупай Приднестровское» продолжается. Следующим городом, где пройдет подобная акция, станет город Днестровск. Жанна Настас по материалам Первого Приднестровского.